который не был на первой части. Поговорил, что это такое. Да? Что вы поговорим по одним пониманию, если я говорю low cap, что это значит. Да? Это первый. Во-вторых, что я хочу показывать, это как я тренировались с начала января, да? И как я следовал этого low cap, как я сделал этот approach, который называется low cap цикл, это значит, ты добавишь специально на определенный день свои углеводы. И потом я буду показывать, что я сделал здесь, что это может быть тренировать на 10 дней 60 часов без углеводов. Результат – это невозможно. Короче говоря, нужно не супер много, но нужно. Вот. И, наконец, я хочу сказать вам, что я думаю, что этот low-carb approach, который теоретически, академически супер работает, потому что он говорит, ты используешь ее, щи у нас очень много всех, и зачем надо углеводов, да? Что это действительно так, просто так работает или нет. Специально для такой спортсмен, который немало тренирует. По поводу low-carb. Low-carb – это очень simple рецепт. Low-carb говорит, менее активно, больше, чем около 40 грамм углеводов каждый день кушаем. 40 грамм – это 200 калорий, это 2 банана. Просто что мы знаем, что это. Да? Каждый день, не больше. Да? Если мы так стриктно ограничиваем, мы должны посмотреть практически очень много вещей, у кого есть тоже очень мало углеводов. Например, молоко с кофе, там тоже углеводы, да? И так далее, и так далее. Цель этого урока – это, что сколько только у тела углеводов нет, которые он всегда использует, во-первых, как предоставление своей энергетики для всего, для мозга, для энергетики, мышцы, не важно для чего, он ищет себе другой вид. И это будет чья. Да? Это значит, он через несколько времени адаптации, это около 2 недели нормально. 2 недели? 2 недели, да. Тело устроит тебе возможность собирать этот свободный жир, который у вас в кровь гуляет, переносить этот на этот химический штук, который называется кетоны, и поэтому эта диета тоже называется кетонический диет. И если у него есть кетон, он принимает этот как кусочек сахара. Да? Это работает теоретически супер, работает тоже для людей, которые очень мало двигаться, да? Человек, который сидит. Супер работает для людей, у кого есть очень много жира, который он потом сжигает. Если это, как, например, для меня, тонкий, узкий триатлет, который, у кого есть мало жира, который он может использовать, который... Я еще не представил, потому что я подумал, что, наверное, все знают, потом только сейчас понял, наверное, мозг мне, что не так много людей были на первой лекции. Марка сделал 39 айронменов, я 5 раз полных айронменов, 5 раз квалифицировался на чемпионат мира на Гавайи, на Кону. Ну и, как мы в прошлый раз выяснили, минимум 40 марафонов пробежал, потому что 39 в айронмене. А я, да, ну на это марафон больше, 3.42 в этом случае, да? 39 айронмен и 3 так, такие. Так что, поэтому, наверное, такой. Окей, вот. И это, как эта диета работает? Это значит, сначала нужно очень сильно подумать, что стоит на столе. Это не так просто так. Потому что мы все учили, что шия та теперь шия, и что хорошо это, например, если ты ешь протеин, конечно, без шия, и шия только чуть-чуть, и все остальное это углеводы, типа мука, макароны, хлеб, что угодно. А? И этот, практически этот час, который нормально представляет 60% стандартный диет, мы не будем есть дальше.
Это очень много. Это значит, представляете себе, типичный московский завтрак и убирайте все вещи, которые связаны с мукой. Там освободиться быстро, это тоже. Вот. Это первый. Вторых, одна ошибка этого, которую я тоже сделал, сколько только мы начинаем кушать очень много мяса, мы тоже принимаем очень много протеин. И нормально это слишком много протеин. И наш тело очень хитрый человек, что он делает, он принимает протеин, который надо, и все, которое не надо, он переработает на углеводов. И при этом саботирует эту диету, потому что ты посмотришь, супер, я очень мало съел углеводов, я пишу это по весу, все, все угодно, все супер, но через этого слишком много протеин, да, результат нет. Я исчислял этот, там есть такой штук, люди знают этот, который исчисляет глюкозу, это тест с крови, там такие ланцеты, ты посмотришь, и если у тебя кетоны выше, чем 0,5 в кровь, миллимоль, это на этот уровень начинается кетоническая стадия, это значит, на этот уровень тело использует жир на первую очередь как энергетика. Да? И мне надо один месяц, когда я был там. Я тоже делал все эти ошибки, я исключил углевод, и это довольно быстро получается, но с этим протеином я очень только туда-сюда сделал. Да? Это короче, что low carb представляет. Low carb, как я могу сказать, это для людей, у кого есть мало движения, у кого есть довольно сильный депоз, который нужно сожигать, очень эффективный вариант, потому что если мы принимаем сахар, стабилизирует этого инсулинового зеркала нашего крови, и это чинное блюдо имеет один хороший дел, во-первых, это очень вкусно, и во-вторых, это тебе безумный сит. Я, когда я начинал с этим low carb, через неделю у меня был в офис ни штук еда. Раньше я съел регулярно, как они рекомендуют, каждые 3 часа ты должен что-то много есть. Когда я следовал этот low carb диет, я ем 2 раза в день. Один раз утром после тренировки и один раз вечер. Все. И тоже я не думаю об питании, потому что я так сыт от этого жира, который я ем. Да? Вот. И при этом это так удобно для людей, которые всегда умирают перед холодильником. Да? Потому что они съели сахар, потом падает этот инсулиновый зеркало и опять у них голод. Да? И такая волатильная граф получается, и это начинает, что они есть, что они видят. Да? Это в принципе понятно. Этот материал, который я подготовил для первого доклада, можно получить и читать. Там была супер PowerPoint презентация, там все эти вещи, которые я там подготовил, тоже свои данные. Я сделал такой, ну как, календарь, и там я написал, это через интернет ты пишешь 100 грамм лосось, и он исчисляет, сколько это жира и углеводы, и так далее, и так далее. И потом ты можешь исчислять, посмотреть, сколько грамм определенный вид ты съел. Да? И это все на этот доклад. Правильно, я понял, да, что 2 недели ходишь? Ну, марка бежит, да. Если литература говорит, что этого процесс продолжает около 2 недели, это зависимость от, это индивидуально, и в конце концов, зависимость от, какая ты карбо-чанки ты был раньше. Значит, если ты съел свои супер бомфрит каждый день, да, этот процесс продолжает дольше, потому что зависимости больше. Да? Для меня это было как уже финальный шаг, потому что я уже был практически на этот палеотет, да, который сам исключает все эти вещи, которые кто-то переработает, это значит все, которые связаны с мукой. Да? От палео на low carb это не большой шаг. Да? Для здоровья и для практика я считаю, что палео довольно легче, да? Потому что палео следует очень здоровый approach. Ты ешь
что не имеет лейбл, да, что имеет природный цвет, летил, гулял или плавал раньше. И все. Да. В принципе, это палео. Да. Вот и это палео. Да. Это палео. По локап, сколько только углеводы вообще исключаешь, этот элемент добавит, скажем, сложности. Это значит, если человек хочет следовать low-carb, нужно поинформировать себя больше, чем палео. Палео — это если есть лейбл, не ешь. Потому что если есть лейбл, это значит информация, nutrition information, да, это значит, они добавили что-нибудь. Если там пишется что-нибудь «э», «э» значит консервант. Да? И это не природа. Да? И этот концепт очень легко. Да? И следует этот смысл, что мы практически постараемся жить, как этот люди, которые жили на палео, там они жили, как они были охотники до того, что они начинали культивировать мука. Просто где доставать это мясо, которое не откормлено кормами. Там свои детали. Можно съесть фасоль, например, потому что тоже можно варить фасоль. Не? Там уже такие вещи, тоже, там люди, которые следуют, это как религия, которые говорят, это нельзя, и мне это, в принципе, все равно. Если это читается из природы, я ем это, ну, если я следую палеты. Да? Если я low-carb, фасоль, например, нельзя, не? Потому что слишком много углеводов. Не? Тоже да. Если это сильно, да, там тоже свои. Да. Окей. И я начинал с этого low-carb как финальный шаг этого как развития из как-то стандартной европейской диет через палеотиет на этот low-carb. Потому что мы все знаем и слышим, что мы бежим этот марафон и на километр 32 мы стоим. Да? Der Mann mit dem Hammer, ja? Потому что у нас углеводов нет. И все нам говорят, знаешь, тут нужно делать карболодинг, тут нужно делать что на свете, что у тебя углеводов не закончились на пути. Хорошо. И этот low-carb говорит, тебе не надо углеводов, ты используешь жир. Ja? И этот концепт, который меня так фасцинировал, это так, что почему мы или все нам рекомендуют использовать углеводов, у кого есть около, не знаю, 700 граммов максимально можно хранить, если это человек тренирует много, на этот чир вы можете бежать 3 раза в Лондон и обратно. Да? Почему мы не попробуем использовать этот чирный типо, который у нас есть, который практически спортивные движения не ограничивали бы. И это было смысл, который я думал, это очень интересно, этот Ironman без углеводов, плюс своя подготовка. Да? Все атлеты, которые я знаю, которые этот экспозивают, сказали мне, не плохие результаты, более-менее, да, там есть свои нюансы, но все говорят, например, вес стабилизирует себя, они, например, не начинают добавить 10 кило на офсезон, да, потому что этот голод тоже нет, тоже для спортсменов нет и так далее, и так далее. Там есть очень позитивный эффект, это факт, что и для меня, это могу сказать из практики, самое удобное это, что мне не надо есть целый день, как раньше. Если я тренировался, этот, который вот здесь тренировался раньше, мне нужно есть что-то углеводов каждый раз, да? Каждые 3 часа, потому что не просто кто-то сказал мне это, потому что я постоянно голодный. Тоже вечер перед, если это такая сильная тренировка, да? Я раньше стоял 2-3 раза ночь и садил и кушал.
которые иногда неплохо. Это я помню, это было один раз я был в Кипре, как был чемпионат мира, где-то Бразилия. Бразилия, да? И там было всегда 2-3 часа матч, да? Я стоял с моим углеводом, хлопы, садили, кушали и посмотрели там матч 2 часа ночи. Да? Но следующий день плохо тренировались, потому что нужно спать и не кушать, и посмотреть телевизор. Да? Что я хотел сейчас показывать, несколько там слайдов, но это мой календарный, моя тренировка. Что вы видите, что я сделал, когда я, в принципе, не получили следовать этого low-carb диет. Да? Я сделал... Получились. Это было до этого пункта. Значит, до Кипра. Да? Потому что я тренировался немало, да? Но что я не сделал, я не сделал очень много долгосрочные вещи. Да? Если вы так этот... Долгосрочные вещи? Нет, если вы посмотрите, там дистанция каждая... Как, каждую неделю вы видите, что ну, бег было немало, около 50 километров, но, например, на велосипед очень мало. Да? Только там это вот это Кипр, и там еще один бег. Но этого, например, этого, скажем, какой-то 6 часов или 7 часов, это было не только ехать куда-то, а? На скорость бабушка, это было один час на велосипеде, и после часа я был хэппи, что это было закончилось. А? Это было очень сильно. А? И для меня это было очень интересно, что когда я тренировался не только, а только интенсивно, а? Я мог это делать все на свободный желудок. Я стоял, пил свой кетонический кофе. Кетонический кофе – это кофе, который ты не добавишь молоко, а шею. Например, сливочное масло или кокосное масло или что-то масло. Это значит, это очень много калорий, но это только шею. Да? Из этого я в принципе мог бы тренировать каждый день более-менее интенсивно, до 2-2,5 часа. Это значит, например, один час на велосипед сидно, потом бегу на бассейн и плаваю там интервалы и обратно. И потом я завтракал. Да? И завтракал, завтрак это было тоже не классический, не углеводов. Да? А это было, например, орехи, кокосный манна, это кокосный пюре, все на свете, шир. Да? Или просто, если у меня мало времени, я был MCT oils, wie dann mit dem Foto. MCT oils an die Stelle, die ist Kokos und Palmöl, Masla. Und die Low Prinimate, das Abbreviatur der Medium Chain Triglycerid. Prinimate, das MCTs, как углеводов, химически. Если он принимает чи вообще? Если он принимает чи вообще? Ну, если человек следует кетонической диет, он пьет этого масла, и это как ну, яблочный сок, например, да? Но только 3 раза больше энергетика. Да? И это было очень интересно для меня, что мне так это получилось. Я не тоже очень много плавал. И всего это около 14 часов каждой недели, да? Но на это 14 часов там пишется тоже каждый массаж, каждого стретчинга, каждого что угодно. Это значит, эффективная тренировка была 10 часов, не больше. 10 часов это не так много, 7 дней, это в среднем ну, час, полтора часа, ну, час 30, вот так. Не очень много. И когда я тренировался так, и специально, если одна неделя состоит из, например, понедельник сильно, вторник как-то отдыхаешь, этот проблем, что у тебя углеводов нет, или у тебя энергетические проблемы. У меня был
всегда довольно достаточная энергетика, что я мог реализировать свой программ без исключения. Единственный, который иногда меня мучает, это просто ортопедия, потому что я уже 50, и я сейчас начинаю чувствовать этот факт, что я каждый год, не знаю, сколько, 100 километров еду на велосипеде и бегу. А? Это у меня последние 5 лет каждый год один штук. А? Вот этот, эта дистанция и немножечко этот вы можете тоже посмотреть, если вы хотите этот. Вы видите, когда это были типичные стандартные человек, который следует этот капот, да? Это было. Не, это было весь, это весь. Это было после Ironman Cozumel, а? И после Ironman Cozumel я каждый день практически добавил 2 кило. Не спрашивайте, почему это так есть. И это пик, это 88. Это была хорошая гостиница в Cozumel. All inclusive, да? И я съел папайя каждый год, каждый день за несколько соток, 1000 рублей, по-моему. И это был пик, и вот здесь я начинал с этим low cap. Да? И что это видно, что, конечно, это воду, да? Как быстро это попало, около на 88, и потом, если вы видите, это было, я не знаю, что там было, вы видите, этот вес был очень долго, очень стабильно. И только через средний мат опять было один шаг вниз. И опять было очень стабильно. Да? Это было практически всегда между 78 и 80. Это значит, цель мой локап эксперимента не похудить. Мне надо не похудить. Да? Уже моя, которую можно похудить. Да? Цель это стабилизировать этот, потому что этот граф это типичный для меня. Это начинает всегда так. Да? И вот здесь, это Кипр, мы видим, что этот граф идет вверх опять, да? И это уже этот под углеводы. А вот это случилось где у вас внизу? Это? Да. Диарея. Что? Диарея. Диарея. Не, серьезно, когда у меня была командировка Индия. Все ясно, да? А там я ездил на велосипеде, это колоссально, это супер. 47 градусов, это было просто. С велорикшами вместе? Я заказывал тебе такси, и он едет со мной на что-то heavy, и там он сказал, что ты не можешь ехать. Но я не думал, что 47 чувствуется как 47, да? Я каждые 10 минут на палатке стоял, купил себе воду. Я, автомобилисты, они ездили мимо, открыли окно, дали мне воду, сказали, вот хотите пить воду, да? Как? И супер опасно вот этот животный, этот коровик, который там гуляет весь день, да? Потому что они вообще игнорируют порядок, да? Это очень опасно, вот, да. И там я, вот, полетели, да. Это показывает мой год, и что это все это знает, объясни быстренько. ТСС – это значит тренинг-стресс-кор. Тренинг-стресс-кор – это что это? Тренинг-стресс-кор – это математически, это идет из Америки, они делают это так, они говорят, например, если ты один ешь, если ты один час едешь на велосипед по полной, 60 минут. Тренинг-стресс-кор для этого – это 60. А? Если ты едешь, например, на половину, это больно, будет тренинг-стресс-кор это 30. Хорошо? Это интенсивность. Интенсивность. Нет, это не интенсивность. Это комбинация между интенсивностью. Хорошо? И, конечно, это комбинация между интенсивностью и как долго. Потому что 2 часа на больно, теоретически, будет 120. Но ты один час больно больше не можешь. Не? Но 2 часа на 75 больно, это было 48, да? 2 раза 96. Да? И
И это то исчисляет на каждый вид спорта, в зависимости от, например, в пассейне лежит 400 метров тест, и на велосипеде это ватт, и на бег это 10 километров или 5 километров. И он исчисляет на каждый день этого тренинг-стресса, это каждый день, это по неделе что-то аккрегируется. И потом он исчисляет тренинг-стресс-баланс, это значит, это отношение между этими двумя вещи. И этого граф, этого кумулирования тренировка, эффект тренировка. Это значит, практически это, если я это как-то каждый день идентичную тренировку сделал бы, был бы такой граф. Да? Для компетитив Ironman, это человек, который хочет квалифицироваться КВ, это должен быть минимум 100. Каждый день? Каждый день. Это TSB, это аббревиатура для тренинг-стресс-баланс, который мы видим, что если тренировка мало, она позитив, и если наоборот, она падает. Да? Это не значит, что она должен быть на самый высокий пункт, если ты статуешь на Ironman. Да? Это только математический концепт, который идет из Америки. Да? Уже люди там работают, это, ну, мне это слишком математически. Там тоже очень важный элемент чувства. Да? Потому что, что мне это показывает или нет, и как долго я отдыхаю, это зависимость, как, сколько у меня лет, сколько я тренируюсь, так далее. Да? И так это выглядит этого года пока. И я только повторяю, до этого момента, вот сюда, я могу тренировать довольно серьезно, каждый день между 150 ТСС-скор, без на локап-диет, без энергетических проблем. Yeah? И этот локап-ридингс, этот тест, который я ставил с кров, был всегда между утром на границе 0,5-0,6 и самый высокий 2,2 максимум, больше я не был. Да? Это значит, практически я был около от января до этот времени, до когда я летел в Кипр на полной кетозе. Да? И чувствовал себя нормально. И когда я начинался там добавить углеводы на диет, это было первый раз, я думал, мне надо это, потому что все говорят, мне надо это. Да? И после второй раз я понял, что мне это не надо. И потом я остановился. Я потом не по плану добавил углеводы на мой диет. Да? Я иногда, например, не знаю, день рождения где-то я съел кусочек пирог что-то. Okay. Это было же или ягоды, или вот такие вещи, все эти фрукты. Но в принципе я жил от моей мужи, и все. Вот. И что мы понимаем, разница между тем, что я сделал до Кипра, это тренировка, и после Кипра, я вам буду показывать этот. Потому что это показывает, что я делал в размере 10 дня. Да? Это было на велосипеде 36 часов, воду, это значит море 12, и я побежал 7,5 часов. Получается около 24 километра на неделю воду, побежал 54 каждую неделю, ну, average, средний, это там больше, потому что там был всегда на последний день, когда я улечу в финале Фуриозу, я всегда бегу 2 часа. Где я починствую, вот это цель этого кипрской тренировка, это который я тренировал каждый день,
И вы видите, что я тренировались, как я тренировались, раз, два, три, это был первый блок, отдыхаю, да? Раз, два, отдыхаю, раз, отдыхаю, раз, отдыхаю, отдыхаю, там было уже мёты, отдыхаю, и это было это 2 часа бег. И мы видим, что на первый пункт это как только, мы потом вернемся на интенсивно, потому что это было не только, это было тоже интенсивно. Да? Я как-то сделал 2 блока, одна блок, вот этот блок, это был блок, ну, не очень интенсивно, только что я повторяю, как день за день стоишь, плаваешь 1 час, едешь на 5 часов и потом побежишь. Да? И потом еще. Я всегда люблю прыгнуть в воду, потому что воду в данный момент очень холодно, Кипр, только 20 градусов, и температура снижена. Да? И это повторил 3 дня, потом я отдыхал. Отдыхал, значит, как мы видим, тоже тренировка, да, 1 час на велосипеде, 1 час тоже я плаваю. На это время я всегда устрою большой спектакль в пляж, потому что я тренирую старт. Значит, я стою там на кирпичи и прыгну в воду, плаваю 100 метров быстрее, потом обратно. И после 3-го раза все эти русские бабушки, которые там лежат, обратили внимание, что этот идиот там делает. Это всегда больше безумный спектакль. И вот здесь, здесь начинал другой блок, это как специфический для Ironman. Значит, я не только езжу на велосипед, я ездил на велосипед на этот ватт, на этот сил, который я буду ехать в Франкфурт. Да? Здесь это был технический проблем. Мне умирала моя электроническая передача, и я ездил 3 часа на одна передача, которая не очень мотивирует тебя. и это, вот это один день, это было только интервалы. И это вот этот финальный день. Мы видим этот, на этот график хорошо. Это показывает интенсивность, а? И это показывает TSS-score. А? И мы видим, что это каждый день 265. А? Это значит, я тренировался практически на 10 дней, что я нормально на 4 недели тренируюсь. Да? А по совокупному TSS, да? Суммарно? Суммарно, да. Если, это по энергетике, по дистанции, по времени, по всему. Да? И поэтому получается этот пик. Yeah. Вот. Стартов здесь не было? На этот времени? Нет, вот на этот. Соревнования здесь, потому что этот календарь идет до... Все подготовка к одному соревнованию, потом здесь нет, потому что промежуточные. У меня был, вот я могу показывать. Вы имеете в виду в январь-февраль? Да, вот в течение этих месяцев были какие-то старты. Я был. Здесь, насколько я понимаю, Марк, у тебя основной старт это Ironman Frankfurt 7 июля, да? Да, ну там было, вот мы видим этот так. Ну, вот. Это, я тоже знаю, что это был один, это была такая колоссальная вещь. Один был, запомню, 10 километров в бассейн на Тверская. Где я капитулировал после 5 километров. Ночью. Ночью. Это старт 23. И времени было неплохо. Час 35 за 5 километров, неплохо для меня. Ну, я просто потерял как-то смысл, и мне было так холодно. Это было где-то там. И один раз я сделал индуа-триатлон. Этот организирует этот олимпийский триатлон, этот Iron Star. Да? И это был этот конкурс гладиаторов, который участвовал. Вот.
Ну, не знаю, что это. Тоже такие маленькие. Индотрия. Ага, окей. Один это вот этот тест, который я сделал, и этого индотрия, который хотели сделать, но не участвовали, не удалил. So. Это было пока мое соревнование. Ja? Но если мы говорим про соревнование, когда я вот стресс тренировал, я практически каждую неделю минимально один раз на полный уровень тренировал. Например, на велосипед 10 раз, 30 раз, 1 минут полный, 1 минут отдыхаю. А? Это 60 минут, после 6 минут больше не надо. А? Или ты плаваешь, не знаю, 20 раз в столб полный. Это тоже достаточно. А? И на бег интервалы, что угодно. А? Это значит, это было тоже без что-нибудь, которое точно называется соревнование, очень интенсивно. А? Но, например, если мы посмотрим длине, я не побежал один раз больше, чем 90 минут. Это 2 часа бег на конец этого лагеря, это было первый и последние 2 часа бег в течение подготовки для этого Ironman Frankfurt. А? Но это 90 минут, например, когда я бежал, это было сразу 21 километр, да? Потому что это было как следует. Да? Вот это Москва, это командировочка, и вот это начинается. Вот это 3 дня этого блок, и я там уже попробовал ехать на этот коридор, который мне надо для Франкфурта. И это было час 4:15, и это было 5 километров. И это было полная дистанция, значит, 180 километров, это было час 12, это было еще километр, вот это 5 часов, и тоже этот бег, тоже короткий, только 5 километров. И там чуть-чуть побольше. Вот это типичный день, который я отдыхаю. Вот это мой спектакль для бабушки. Это только ехать куда-то, пить кофе и обратно. Это только движение. И это вот здесь дальше начинается этот блок, который очень специфичен на Ironman. Вот здесь я тренировал дезориентацию на свободном море. Посмотреть там свои бои, и это тоже один час. И это так, что ты ищешь себе бой, ты плаваешь на этот бой попольный и обратно отдыхаешь. И вот это очень мой стандартный специфический программ для Ironman подготовки, да? Что это warm-up, cool-down, и потом я сделал 5 или 6 циклов, которые делал или 35 минут и 5 минут отдыхаю на Ironman Base, или 30 минут Ironman, 5 минут Poly Ironman и 5 минут отдыхаю на силе, который я еду на Ironman и на Poly Ironman. Плюс один off the bike, это значит, ты не отдыхаешь, ты собираешь свои туфли и бежишь дальше. Да? Это 30 минут, это на скорость, которую я хочу побежать в Франкфурт, это значит около 4:35. Это, которые сломались мне, это передача. И это было суперинтенсивные дни. Это практически на каждый день около 45 минут трешольд. На один день, на каждый спорт. Да? Это было 5 раз 8 минут олимпический скорость на море. И это всегда сделал Кипр, это мой киллер-экзерсайз. 4 раз 10 километров полный.
Да? В зависимости от что идет во-первых, или 10 километров, или 15 минут, в зависимости от ветра. Да? Если с ветром это 15 минут, если это против ветра, это 10 километров. Да? Потом я еду домой, и особо это не видно, и это... Это прямо в один день, да? Это на один день, да, телеперерыв, это вот... Опса. Это был один час перерыв, и потом я стоял этот программ. Два километра как-то изи, и потом интервали. А? После этого велосипедный кошмар, я стоял, актуально стоял час на 4.10. А? И это было 30 градусов, да? И поэтому я пишу здесь, что я составил себе на конец и начало купил себе на этот киоске там бутылку воды. И на, когда я сделал этот recovery, choking, я сделал себе душ, что я не умираю там на пути. Да? И это один день, это тоже, это, в конце концов, это 6 часов. Да? Но это 6 часов по тренинг-скоро, как 8 часов. Да? Все, все остальное только повторяется, да, все, непонятно. И этот, и там я умирал, да. Да, после полтора часа, по-моему. Вчера? Это было... Да, вчера. Это вчера. А, вот, и это... Я вам показываю, что вы знаете, что я тренировал. Все, сейчас я показываю, что я съел. Это Дина? Нет, это не Дина. Это мой типичный завтрак. Это значит, после я плавал, то, после того, что я побежал, до того я только пил кофе. Да? И это бекон и... яйца. Это классический low-carb breakfast. Классически, да? И все там я жил очень спокойно. Да? Вот это мой кетонический кофе, который там стоит. Это этот корица для кофе. Что там дальше стоит? Йогурт. Я тоже, даже интересно, я начинал есть йогурт. Я несколько месяцев вообще йогурт не съел. И в Кипре я знаю, как у тебя есть такое, кто-то командует, сейчас купишь себе йогурт, да? Я начинаю купить йогурт. Что такое зеленое? Этот? Нет, на яйца. Лук. Это лук? Это лук, да. А что за кетонический кофе? Что? А? Кофе, а там кофе. А что? Это кетонический кофе. Это очень, это несквик, потому что порошок, воду и наверх сливочное масло, которое тает, и там идет такая жирная шихта, и... так. So, это ужин, это делятельно, это тоже на Facebook. Опса, это финале фуриоза. Тоже сам. Да, я тоже человек. Что интересно, это есть разница. Разница это такое. Раньше, когда я как-то стандартный углеводы съел, у меня была всегда специальная Кипр. Кипр я знаю каждый пекарный. Каждого. Пекарня, каждый вас знает, где я тренируюсь. И раньше я как-то через несколько дней устроил себе очень сильные желания есть сахарные вещи. Пирог, все на свете. А сейчас это было голод на углеводы, но я съел только кусочек хлеба, например. Был доволен. Мне надо есть этот, кроме иногда этот, который там видно на этой фото, этот сладности я не так много съел. А? Я покажу вам, что я имею в виду. Это тоже
Это я, например, съел, когда я потом ездил 5,5 часов на велосипед. Что это? Это свинина, котлет с костиком, две яйца, лук, вот это как low-carb ketchup, это значит сливочное масло. И этот лук, который загорел мне. Поэтому он... А 5 часов на велосипеде без питания? Мне нужно найти этот фото. Где этот? Это из... Это, в принципе, это очень вкусная штука. И очень жирная. Там очень много оливковое масло. И этот... это было как моя сладость. Я начинал с этим... Было такое, я не мог... Это просто кусочек хлеб и очень много сливочного масла, тост и тахин. Я начинал есть тахин как сумасшедший. Тахин — это паста из кунжут. Да? Кунжутная. И я купил себе, наконец, по-моему, каждый второй день одна 300 грамм баночная тахин. И 100 грамм тахин — это 700 калорий. Да? Это как... Во время велосипеда, 5 часов без питания или все? Зачем? Секундочку. Аминга жиры. Вот. Сколько грамм жиров вы едите? Этот? Сколько грамм жиров едите? В день. Считаете? Ну, смотрите, на этот кипрской тренировке я иногда, если я исчисляю, я около съел 6 тысяч калорий каждый день. Около. Нет, подождите. 6 тысяч калорий. Если мы говорим 70 – это жир, и 15 – это протеин и углеводов, остается сколько? 4200 калорий из жира. Да? Это значит... Это сколько? Больше, чем 400 грамм жира. В день? Угу. Yeah. 15% белка. Угу. Но это тоже по 6 тысяч калорий, 15% это тоже много, ну? Сколько белка калорий получается? Я скажу вам честно, я первый день я начинал подготовить свои тайры, которые я показывал на первый, и потом я только остановился. У меня не был сил и времени написать, что я ем. Я так много съел, что это было невозможно. Да? У вас болела печень? Да, не один раз. Нет. И я контролировал целый анализ крови, и в течение этого low-carb диет этого цифра осталось лучше, чем хуже. Это значит, несмотря на то, что я съел жир как сумасшедший, этот хороший холестерин растил, и этот low-carb холестерин падал. Это значит, отношение между ними было лучше. Я сегодня сделал анализ крови, не знаю, что там, ну, я не думаю, что это будет сильный проблем. Там будут другие маркеры, которые показывают этот стресс этого тренировка, но если вы посмотрите, что там лежит на тарелке, это просто все жир. Да? Телятина – это очень жирное блюдо. Да, например, да? А вы маркеры печени сдавали? Да. Все здоровье. Да? Если у меня есть проблемы с здоровьем, у меня, например, несколько гормонов слишком плохо, но это не с вас, это много лет. И это, которое я сделал на пути. Это вот этот MCT, который мы уже обсуждали. Масло. Этот масло. Веспа – это такой продукт из Америки, который стимулирует тоже этот эффект, что... Это углеводов, это не масло. Сколько? Я сделал это так, что если я ехал 5 часов на велосипед, у меня было с собой 1,5-2,5-3 литра в бутылке. Это значит, у меня был назад 2,
в рамках 1 литр, и перед своей аэробаз еще маленькая бутылка. И это я исчислял это так, что 1 это углевод, это УК. Это такой тип углевод, который не результирует на инсулиновый ответ тела. Это очень хорошо для спорта. И этот я использовал так, что я подготовил себе для полилитра 1 ложка. Это значит 21 калорий углеводов. И это получается около 30-40 углеводов за час в течение 5 часов на велосипеде. Плюс 1 маленькая ложка MCT, которую я просто добавил. Плюс, когда я сатовал, это как гель, это выглядит, я пил этот только один веспа. И это, который я съел без пекания, да? На пути. И нормально после 3 или 4 часа я остановил и купил себе что-то, кусочек хлеб. И иногда на пути домой я купил себе хороший пирог. Половину я съел там, и половину идет на велотрико, я потом съел в Starbucks. Что я тоже очень много съел, и тоже этот, это чьи это вот этот. Я думаю, что я минимально 200 грамм орехов съел каждый день. Ну, так тренируешь так много, может, ты умираешь без энергетика. Да? Я запомню, четверг, да, я купил 500, 300 мандал и 200 греческие орехи. И когда я улетел, уже был пакет свободный. Все съел. Все съел. И вот этот тахин, да, это кунжутная паста, который я, во-первых, я начинал, когда я был на первый день более-менее low-carb, я съел это по ложку, 1 ложка орехи, ложка тахина, еще орехи, и потом я начинал с этим хлеб. Да? И этот салатный пар, типа, это который я съел совместно с мясом. Да? Тоже очень много жира, как мы видим, оливки, майонез, оливковое масло. Единственное, которое там не жир, это вот этот салат, да? И огурцы. Вот. Что, наверное, тоже интересно, вот этот кофе, кето-кофе. А вы не кладете MCT в кето-кофе? Да, мини-вкусно. На кето-кофе идет для меня, для мой вкус, только сливочное масло. Все. Не кокос масло, не кокос мана, не что-нибудь здоровое, не важно. Я хочу... Я не машина, да? Если я ем, я хочу получить удовольствие, да? И если я пью кофе с этим MCT, который, наверное, очень здоровый и очень супер, но это без вкус, я не хочу. Мне не надо, да? И сливочное масло, и все. И этот, который я добавил на диет, наверное, тоже интересно. Омега-3-1 каждый день, цинк. Альфа-липоид, это как аминокислород, и этот МАПС, это тоже аминокислород. С этим я съел, я добавил этот, когда я подготовил этот УКА с миксом, я добавил 5 таблеток на каждого литра. С миксом, маленький штук, я бил этот потом на пути. Еще что-нибудь интересное? Углеводы, вот. Я мне вообще сказал, этот углеводы, там 2 штуки этот. Я бы это как наконец было, мне нужно остановить, потому что я только начинал есть этот, не знаю, такой суперский вкус. И этот я купил себе иногда на пути домой. Это не мука, это как из манна, они сказали мне. Yeah? Манна и очень много, этот, который там, вы видите там этот цвет идет от сливочного масла, они добавили там безумное масло.
И это супер вкусно, да? Не очень сладкое, но супер вкусно. Да? И, наверное, калорийная бомба, но мне это все равно. Да? Мне кажется, да, вот, может быть, когда мы разговаривали, когда я следовал этого диет, такая порция, и я убежал из моего кетонического стадия одна неделя. Это вот этот пюре из сладной картошки. Этот. И это тоже... Вот эта штука, которая исчисляет кетоны, это тоже исчисляет глюкозы. Это только другие ланцеты. Это для глюкозы, это для кетоны. Там идет это вот, это идет, там есть такая штука, которая делает, откроет кровь, ланцет идет сюда, он показывает тебе свои цифры. А ты сейчас продолжаешь измерять? Я сейчас просто интересуюсь, что сейчас происходит со мной, потому что я сейчас исключил этот углеводы, конечно, которые довольно сейчас сложно, ты так привык, очень быстро вернулись на это стандартные вещи, это очень, тело это очень хитрый друг, это очень кошмар. Сейчас... Очень хочется углеводов. Нет, но сейчас нет, сейчас тренировка нет, загрузка нет. И я сегодня, если помню, нет. Нет уже. Тоже голод нет. Раньше это нормально 3 дня после тренировки. Я умирал перед холодильником. Я был так голодный. Да? И я сел как сумасшедший. Я не голодный. Да? Я сел утром, что я сам сел. По-моему, 3 яйца. Ну, только шорты. И майонез. 2 кето-кофе. И все. И ужин было... Свинина, салат, все. Очень много. Вы же знаете, что сейчас есть хлеб, который вы любите. Что я люблю, вот этот, можно показывать, потому что это чириатаки макароны. Это тоже это макароны без углеводов. Да? Напоследок они продают сейчас. Это стоит 200 грамм пакет, стоит 150 рублей, по-моему. Около. Да? Там есть рис, есть макароны, есть макароны шпинат там, по-моему. И они в принципе подготовятся как тофу. Они нейтральный вкус. Нужно почистить холодную воду. И потом они принимают любой вкус, который есть. Значит, ты можешь делать что угодно с ним. Сладкий. Я только добавил этот на мой... Это вот это тоже делятельно. И этот брокколи. Там кокосное масло. И они плавают на этот масло и так и этот. Это такой японский штук. И это, когда я следовал, ну это то, кипрская тренировка, такой типичный завтрак. Да? Это значит, например, после 2 часов сильной интервали я съел эту чашку, там мы видим орехи и кокосные манна. И это этот MCT oil, только чашка, энергетика. И поехали в офис. Да? Это вот этот вариант, если у меня мало времени, да? Если у меня много времени, я сажусь. Целую чашку MCT? Половиночку. Вот, so. Это рекомендуется попробовать потихонечку, потому что очень часто бывает, что результат это, что ты слишком долго идешь потом на туалет. Это значит, рекомендуется начинать по ложке и добавить дозис через несколько недель, и потом, если тело привык, он принимает как нормально.
Вот это стандартный завтрак. Плюс какие-то кофе и все. И если все исчисляешь, это очень много энергетики, это немало. Потому что эта чашка, это сам, наверное, 500 калорий. Быстро, да? Но углеводов нет, да? Марк, а можно вопрос? Да. Может, я что-то упустил, а все-таки вот на Кипре вы стали добавлять углеводы, да? Да. Это было связано с тем, что стали длинные тренировки и большой объем, и тело не справлялось, а на коротких тренировках нормально можно жить на лоу-карб. Да, конечно. Как результат, я тоже это буду следовать до соревнования. Это тоже, наверное, один момент, что я не забуду сказать. Для триатлетов это последние три недели, у меня сейчас одна неделя отдыхаю, потом три недели до соревнования. Да? И это последние три недели до соревнования всегда неудобно, потому что ты тренируешь меньше, это значит, ты должен есть меньше. Да? И если ты следуешь стандартной диете, это очень трудно следовать. Я сейчас уверен, что мой low-carb диет, как я сейчас начинаю с ним, я целый день не голодный. Я не тренирую, не голодный, ну, хорошо. Не надо подумать об этом. Да? И так я следую дальше. Это значит, этого эффект, что ты стоишь на этот стартлайн, на твой вес, который оптимально для соревнований только для один день, этот цель ты можешь получить три раза легче с этим low-carb диет, чем этот стандартный углевод, я уверен. По поводу этот углеводов, я добавил этот углеводов, потому что я хотел потестировать этот Укан, как я принимаю Укан 5 часов на велосипед, потому что это новый продукт для меня. И во-вторых, я не буду рисковать ничего на это соревнование, я буду пить свои углеводы как типа нормальный человек, как все другие спортсмены, только для безопасности. На первый доклад я сказал, там есть две стратегии. Одна называется train low, race low, и вторая называется train low, race high. Train low, race high, значит, train low, значит, мало углеводов, и race high, значит, побольше. Единственное, которое я не буду делать, это, что я не буду делать этот классический carb loading, потому что это не надо. Наверное, я буду есть этот. Или, наверное, что-нибудь с тахином. И буду начинать свой аэромен. Это тоже, я считаю, позитивный эффект, потому что этот, если человек следует этот carb loading protocol, значит, около один день до соревнования, на этот день, ты принимаешь 10 грамм углеводов за килограмм вес. Да? Это очень много. Да? Это, ну, скажем, у меня сейчас 80 кило. Это было бы 800 грамм углеводов, 3200 калорий. Да? И из этого ты тоже принимаешь очень много воды, потому что 1 грамм углевод заблокирует 4 грамм воды. Эффект это, что ты стоишь как шарик на стартовой линии. Еле-еле поместится на гиву костюм. Да? И потом у тебя на маратон встретилось каждый километр туалет. Да? Я уверен, что это проблемы будут, потому что я просто не делаю это. Я ем свой диет, только нет. И потом начинается соревнование. И в течение соревнования я ем, что есть, потому что я не буду купить себе супер дорогой велосипед, который снизит вес, и потом как грузовик еду на 5 литров углеводов. Да? Только что я пью свои углеводы. Да? Это значит, будет только одна бутылка и все. Да? И это значит, что я пью, что там есть, да?
это не важно, это все химические концентраты, это не важно. И если я бегу, я буду тоже пить Кока-Колу наконец, да? Как всегда. Последние 10 километров тебе нужен просто сахар, что ты финишируешь, как человек. Да? Вот это, в принципе, все, которое я вам показывал. То есть я правильно понимаю, что мы пока тренируемся, мы учим организм вырабатывать энергию из жира? Не только, если в течение тренировки эффект, что тело использует углеводов и жир, это всегда, это не зависимость от диет. Если мы следуем low-carb диет, сначала любая тренировка, это в отношении между углеводов и жир фундаментально другое, чем независимость интенсивность, чем если мы следуем стандартный диет, потому что тело всегда принимает углеводы во-первых, потому что для перечисления на энергетика нужно меньше кислорода. Да? Это 9 грамм кислорода для 1 грамм жира, а только 4 для 1 грамм углеводов. По факту мы это делаем не для того, чтобы организм автоматически у нас приучен от жиров вырабатывать энергию, а для того, чтобы контролировать вес и питание? Это цель этого low-carb диет, это контролировать инсулиновое зеркало, через этот контролировать голод, да, и через этот факт, что ты ешь очень сильное блюдо, стабилизируешь тоже свой голод. Да. Ты так сидишь, что ты не хочешь есть дальше. Да. И сумма-суммарум, сначала точно, ты ешь больше, чем надо, сумма-суммарум, ты потом ешь меньше, чем надо, и этот дефицит ты собираешь потом из своего шинитипоз, и ты начинаешь сильно похудеть. Да? Это low-carb. Да? Но low-carb это не следует для, тоже для людей, которые бегут на 6-7 часов каждый каждую неделю, может быть, что это как на границе, но если тоже, когда я побежал, ты тоже свои лагеры, если ты там начинаешь побежать два раза в день и быстро получаешь 40 км за час, а больше углеводов тоже не. Это не так, что ты стоишь и говоришь, что сейчас я купаю себе углеводов, потому что кто-то сказал мне этот, у тебя только желание, что ты не можешь побегать от этого. Ты идешь как зомби на этот магазин и купишь себе что-нибудь. Не? Ты только вопрос, что ты купаешь, чтобы можно как-то включить мозг, что ну, это желание, что ты ешь на магазин, это не ты, это как кто-то командует это. Да? И если дело так командует, начинает так командовать, есть дефицит. Игнорировать этот дефицит я не сделаю. И это тоже, как я вам сказал, про йогурт. Не? Ну, окей. Есть что-то проблем с этим, ну, купить себе йогурт. Ну, в принципе, разница между 1 калорий, откуда калорий, нет, нет. 1 калорий является 1 калорий. Что это из жира, из протеина или из углеводов, разницы нет. Фундаментальная разница между этими двумя, как они относятся к инсулиновому зеркалу, тело. Этот low-carb и этот стандартный диет. Да? Потому что если мы посмотрим развитие, например, тоже в Америке по вес, да? Очевидно это так, чем больше углеводов ты ешь, чем больше у тебя есть вес. Да? И все продукты, которые пишутся low-carb, low-fat, sorry, да? Это ловушка, потому что это как предложение, что ты ешь больше, потому что ты думаешь, это меньше жира, это значит, это больше энергетика. Да? И это специально цель этого индустрии, которая хочет нам продавать этот вещь, потому что цель этой индустрии – это не что ты здоровый, цель индустрии – что ты купишь не один пакет, а два. И они знают этот. И там есть очень интересная книга, читай этот, там регулярные встречи в Америке, где все этот Nestle и все, как это. Они встретятся, и у них есть, я не знаю, сколько соток научные профессоры,
который не целый день подумает об новых продуктах, которые выглядят здоровые, выглядят low-carb, выглядят что на свете, и в конце концов устроит нам углеводную ловушку. Серьезно, это просто ужас. И при этом этого философия так трудно идет публично, потому что она работает против фундаментального экономического интереса. Если мы говорим, все цивилизационные болезни практически начинали, когда мы начинали культивировать мука, это и так и есть, потому что раньше не ройма, не астритис, не паротонтозы, не атака сердца, не высокий холестерин, это все не было. Это все начинало, когда мы начинали есть мука и все продукты связаны с этим. Да? А с молоком? Молоко как бы закупали, там нет молока, потому что лактоза и... Да, все, которое закончится озе, это сахар. Да? Лактоза – это сахар из молока. Это значит, если мы следуем стрикт этого 40 грамм, каждый грамм стоит. Это значит, если мы пьем, скажем, 100 литров молока, 100 миллилитров молока, это 4 грамма углевода. Mm-hmm. Да? Это как, например, что мы понимаем энергетика, это как 100 грамм орех. Да? Но 100 грамм орех получается 600 калорий, а 100 миллилитров молока получается, если это non-fat, это 34. Да? Углевод – это углевод. И 40 грамм углевода – это очень быстро получается. Это исключается практически все виды фрукты, кроме ягоды. Не черешни, например. Это уже выше, все, которое выше, чем 30, это уже не опасно, но уже нельзя, потому что… А где брать тогда витамины? Из овощей. Но не все витамины есть в овощах, которые есть в фруктах. Тогда природа это не создавала фрукты. Это так. Ну да, это нужно. Я сделал это так, что ты даже анализируешь кровь, если у тебя есть дефицит, и этот дефицит не идет из этого, который есть в течение low-carb диет, конечно, есть нужно делать что-нибудь. Но нормально. Если здоровый человек следует low-carb диет, я нигде не читал, это не значит, что это не произошло, но я нигде не читал, что витаминовый баланс является проблемой. Я читал, что, например, диурит баланс является проблемой. И, по-моему, это все. Это единственное. То есть вы не пьете витамины синтезированные? Нет, нет, нет. Я только пью такие вещи, если я тренируюсь как сумасшедший, потому что я тоже потеряю пьет как пот как сумасшедший, поэтому нужно субститировать. У вас ходят ноги, когда вы тренируетесь? Нет, нет. Да, спазмы не имеете в виду? А? Спазмы не имеете в виду? Ну, спазмы, да, судороги. Нет, 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 нет. То есть у вас магния и калия хватает? У меня было один раз спазмы, первый день после велосипеда, после бег, я начинал опять мой, не какой-то костюм, но свимскрит. И когда я его одевались, у меня был спазм. Но это была адаптация к тренировке, и это было не диет, потому что это был первый и последний раз. Где у меня очень видно спазм, это, что мы говорим, я вернулся, моя жена встретится, и где-то ночью стою, где моя жена, да? Она спит на другой комнате, она говорит, твои ноги двигаются как сумасшедшие, я не могу спать. Это тоже тренировка, да? Побежали. Да, да, да. Такой тени, да. Вот. Тренируйтесь во сне. А вы употребляете сухофрукты? Например, из сухофрукты это углеводная бомба, да? Это тоже. Я тоже, если я палео диет следовал бы, я не съел бы. Это не значит, что я иногда ем кусочек банана, такая шайба. Сухие фрукты,
есть ли фрукты, фрукты настоящие и не сухие. Значит, настоящий банан, мне кажется, здоровый выбор, чем то же самое эквивалент на сухие бананы. Потому что банан, любой фрукт, самое важное для каждого фрукта, это тебе очень много воды. Сухие фрукты как раз без воды. Да? Каждый фрукт состоит из между 70 и 80% воды. Если мы представляем себе банан, сложно представлять себе, но так и есть. Да? И когда, например, я... поэтому тоже рекомендую в течение low-carb есть очень много овощей. Потому что если у тебя углеводы нет, это первый кило, который мы все потеряем, это только воду. Если углеводов у тебя нет, у тебя твое тело имеет невозможность хранить много воды. Это значит, тебе нужно постоянно пить. Это тоже такой эффект этого low carb diet. И ты можешь пить что-нибудь, или ты можешь есть, например, один целый айсберг, как я сегодня. Да? Потому что это очень много минералей, очень много витаминов, очень много клетчатка, которые тоже нет не мяса, не такие вещи, очень мало углеводов, ну, и это плавает на мой шиновый винегрет, который я сам себе делал. Ну. Это не так, что это салат с маслом, это маслом с салатом, да? Это как добавка этого масла, этого салата. А вы употребляете какие-то гормоны? Дополнительно. Mm. Это топинг. Это нельзя. Нельзя, да? Нет, это нельзя, это топинг. Хочу, ну, не хочу. Это... Же, да, нет, ну извини, или я следую этого кода, или нет. Я не могу думать, что если было бы, если этот стоит на список нелегальные продукты. Это так и есть. Единственное, которое я времени от времени должен принимать, это тестостерон, потому что по рецепту. Потому что, например, после соревнования, каждого соревнования, мой тестостерон это ноль. Сколько только я уже 50, это не так, как 15-летний, который как ракета растит свой тестостерон обратно. Мне нужно субститировать это только на месяц. И потом это на нижнем уровне где-то, да, вот. То есть это после соревнований, но нет? Нет, после соревнований. После соревнований. Так, а есть какие-то противопоказания по здоровью диеты? Ну да, это хороший вопрос, ты говорил, что в конце. Для кого она подходит, для кого нет, есть ли какие-то ограничения? Если, например, аллергия или что-то. Аллергия. Есть один, который я слышал, но я знаю люди, которые являются вегетарианцами и следуют low-carb диет. Это нужно представлять очень много фантазии, как это работает. Ну, да, но потому что... Единственное, которое я читал, это что... Что я читал, это что я не на один раз на литературе встретились случаи, где они сказали, для этого популяции, для этой болезни, для этих людей это нельзя. Наоборот, очевидно, этот low-carb, кроме того, что люди потеряют жир и похудеют, это очень другие эффекты имеет, которые были раньше вообще неизвестны, только сейчас растет из реалитет, потому что люди говорят, вот, например, человек, который потерял свои волосы сильно, да? И low-carb диет, они растили ему обратно. Или, конечно, все виды диабета. Да? Low-carb используется, например, для лечения рака. Лечение рака, они эксклюзивно используют этот low-carb approach. В больнице для лечения рака, ну как дополнительный компонент лечения рака, скажем так. Там очевидно этот углеводов, как не только как этого сахара,
все этот глютеин и все эти вещи делают наш тело очень много плохо. Очевидно. И очень много плохо не просто как один плюс один, это очевидно как-то экспансиональная вещь. И, например, люди говорят, я следую этот low-carb, и несмотря что я не голод целый день, у меня супер чистая голова, я очень продуктивна, у меня очень много энергетика. Вот такие дополнительные вещи, которые с самого начала никто не думал, это потому что они сказали, окей, тебе нужно стабилизировать свой голод. Не? И все вещи, которые связаны с этим перевес, например, шины, нервы, калина и все эти вещи, это все уходит, потому что люди потеряют вес. Не? А самое классное для меня это вот этот стабилизация моего голода. Потому что это для меня фундаментальная проблема всегда. Специально на этот времени, который я не тренировалась. Потому что если ты спрашиваешь, когда это важно, что ты ешь, важно это ешь не когда ты тренируешь, а когда ты не тренируешь. Если ты тренируешь, не можешь есть что угодно, но в принципе ты можешь делать свои исключения. Регулярно, если хочешь. Но если ты не тренируешь или мало тренируешь, во-первых, тебе нужно посмотреть свое здоровье, все эти вещи, которые я потратил последние две недели, нужно субсидировать. У меня немного времени, потому что через 4 недели опять у меня что-то это колоссальное соревнование. Да? И чем хуже этот процесс сейчас идет, значит, чем меньше углеводов я ем, чем быстро я буду, где я должен пить. Да? А сил не становится меньше? Нет, 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 сил больше. Вы отжимаетесь? Я знаю, что сил, мотивация, имею в виду делать что-нибудь. У меня не один раз, как только я следовал этот low-carb диет, один раз, один день, когда я где-то стоял и сказал, все, Марко, сейчас ты умирал. От энергетика, не от голова. Голова сказал, поехали дальше, но энергетика нет. Это не было ни один раз. Не было. Ни один раз. Я имел в виду, допустим, силовые показатели, отжимания, подтягивания, там, спринтерский бег, он хуже становится или остается так же? Единственное, которое не имеет позитивное развитие, вот этот самые 2% суперскорость, суперспринт, суперсил, это low-carb, это через low-carb там результаты нет. Да? Но если я посмотрю мой Ironman, этого 2% мне надо, если мне надо, для спринта на финиш-лайн. На серьезно. Это значит, есть тоже там есть свои примеры. Если мы посмотрим цели картина, low-carb диет результирует на позитивное изменение отношений между сколько я жира использую, сколько я углеводов использую. У меня один пример на 300 ватт. Да? Я раньше использовал 100% углеводы и 0% жира, а сейчас это 50-50. Это безумный эффект. Это значит, что я на то же самое углеводы еду 2 часа, а не только один. Да? И это только диет, потому что человек то же самое, и каждый год я буду старше, это значит, должен падать мой сын и не растет. Да? Но для этого топ-энд, как самое последнее, скажем, low-carb диет для спринтера нет. Это не диет для людей, которые хотят получить олимпийский приз на 100 метров. Mm-hmm. Потому что 100 метров так быстро закончились, что это 100% анаэробический диет. Это, все эти вещи, которые мы здесь обсуждаем, просто не работает, потому что уже закончились, когда они начинают. Да? Это идет до 400 метров. 400 метров — это люди, у них есть самый высокий лактат, цифра на всем мире. И они тренируют этот, у них есть 30-36.
попробуй 36, на 36 лактат ты дышишь, ты просто не двигаешься никуда. Вот. Вопрос. А сколько вы спите? Сколько я сплю? Я сплю. Это интересно тоже день, и я могу подтверждать этот, я сплю лучше на локапте, чем на углеводов. На кипрской командировке, как я вам сказал, что я посмотрел Мексику, Бразилия на бразильянское время, но причина была не этот матч, причина была я голод. И я сейчас, кроме на туалет, ни один раз кушал ни один ночь что-нибудь. И это фундаментальная разница. И у меня такой activity director, этот Wettings, который исчисляет не только не как ты спишь, как долго ты спишь, скажем так, как долго ты лежишь, кровать, он исчисляет, сколько ты спишь из этого времени. Да? И это отношение разделилось довольно много. Это значит, из 8 часов я раньше, специально если это тренировка, я спал только 5 часов, а сейчас это 7.30, скажем. И разница это... Глубокий сон, да, у вас? Глубокий сон. Да. Что за трекер? Он пульс. Пульс. У меня там пульсак, так что... Пульс, он тоже пульс исчисляет, да? Он, в принципе, activity tracker, это значит, единственный, который плохо с ним телом, он не ощущает от воду. И я уже два разрушил, потому что я быстро-быстро пошел в бассейн, прыгнул в воду. Все. Wettings. Это английская фирма. Wettings, это которые весы делают. Да? Genau. Вот. И это все, с этим весы это все комбинируется. Вот это размер своих шагов, который. И здесь это сердце, и здесь это модус для спать. Да? Если он говорит тебе спокойной ночи, и потом исчисляет. Да? И потом показывает тебе из этого времени, сколько ты реально спал. Это в тренинг Викс тоже можно? Нет, это идет через аппликацию на iPhone. Есть такое, такая штука. Класс. Марка? Спасибо.